Парни, у нас сегодня первая серия по ремонту гаража. На канале еще такое не снимали. У нас вот такой вот трэш-гаражик, и его надо быстренько сделать. Ради интереса взяли, чтобы было интересно рукам и голове, чтобы что-то поделать банально новое. Итак, что получается? Гараж размером 3,50 на 6,30. У нас здесь вот такой вот американский капот. Можно снять вот с такой вот дырочкой. И подстать ему вот такой вот гаражик. Лазером пробили уровень. Мы гараж, напомню, что это у нас первая серия. Мы гараж сделаем полностью. Ну, скорее всего, если будет на это время. Если не будет, будем делать строительные объекты. Мы разберем крышу, мы соберем заново крышу, мы зальем стяжку, сделаем полочки, все обошьем USB, все будет круто. Но это в планах, а как будет, посмотрим. Начинаем в первую очередь со света. Устанавливаем свет, поворачиваем сюда. Пробиваем лазером уровень гаража, у нас здесь земля, у нас есть яма. В первую очередь мы нарезали доски с остатков леса, который у нас был на объекте, пропитали их маслом, чтобы они не гнили. И пока что на этом все. По лазеру мы отбили уровень. У нас 35 сантиметров перепад в той части. Для этих целей мы завезли битый кирпич 35 мешков. Посмотрим, хватит нам 35 мешков на нивелирование этого уровня. Просыпаем кирпич вместе с битым раствором с какого-то новостроя. И хорошенько утрамбовываем, перемешиваем. То есть сыпем сначала битый кирпич и сверху сыпем раствор. Это все хорошо трамбуем ногами. Посмотрим, может еще чем-то потрамбуем. Делаем выравнивание плоскости. И дальше у нас заливка стяжки. Что еще хотелось бы сказать. Гараж металлический. Вот эту заднюю стенку будем убирать. У нас там еще есть плюс 30 сантиметров. Мы выиграем. Крышу мы разберем. Вот это дерево, если оно будет нормально, мы его шалевку используем повторно. Крыша будет сделана из металла, сделаем, скорее всего, из металла, поварим фермы, накроем шалевкой и простелим рубероид и старый шифер обратно уложим. Посмотрим, где может подмазать, где что поделать. Бюджет у нас достаточно небольшой по гаражу, поэтому так. Здесь, скорее всего, на стены мы на жидкий пенопласт приклеим 10 или 12 USB и дальше уже сделаем обрешетку на установку... На установку полок из металла это все поварим. И будут у нас 6-метровые полочки. И сюда заворот будет буква Г. Здесь планируем сделать метровые полки глубиной. За мной планируем сделать 60 сантиметров. Есть. То есть по максимуму будем стараться сделать из того, что есть материала. Добавлять, покупать материал. Потому что бюджет ограниченный. Гараж не капитальный, гараж металлический. И поэтому слишком много в него вкладывать денег не получится. Посмотрим, что выйдет, и обязательно прокалькулируем бюджет по данному гаражу. Сколько выходит хороший ремонт гаража. Но это опять же таки, если мы это все реализуем. Возможно, это будет редко выходить на канале, потому что времени нету. Нужно работать в другой области. Ну, надеюсь, видео было полезно, и до следующих видео.